Гороскоп на июнь. Эти знаки зодиака кардинально изменят свою жизнь. Гороскоп сулит этим знакам зодиака великие перемены в июне. Первый месяц лета будет едва ли не самым удачным в этом году для трех счастливчиков. А уж астрологи подскажут, как направить энергию в правильное русло и привлечь еще больше везения. Лев. Не стоит размениваться по мелочам и хвататься за все подряд. Львам звезды советуют сосредоточиться на одном важном деле. Июнь – прекрасная возможность для новых свершений. Давно хотели начать новое дело, завести собаку, освоить китайский или купить дом? Дерзайте! Сейчас самая пора это сделать. Львам будет сопутствовать удача во всех сферах жизни. В июне вас потянет к новым знаниям, освоению новых навыков. Все, что вы сейчас получите, в будущем будете успешно использовать. А если дали кому-то обещание, сдержите его. Стрелец. Острый ум, быстрое мышление, способность разбираться в людях и манипулировать ими позволяет стрельцам быть на шаг впереди остальных. Пока другие еще только вникают в ситуацию, стрельцы уже разобрались в ней и приняли верное решение. Лидерские качества приведут стрельцов к трудовому Олимпу. К концу месяца многие представители данного знака зодиака заключат выгодные контакты. Приятные знакомства с противоположным полом приведут к долголетнему любовному союзу. Водолей. В июне водолеи будут переживать любовную драму. Болезненное расставание ввергнет вас в уныние и апатию. Вы будете эмоционально опустошены, подавлены. Однако звезды советуют перестать жить чувствами в этот непростой период и начать думать головой. Разум подскажет выход из сложившейся ситуации. Перестаньте конфликтовать с теми, кто пытается помочь вам выбраться из депрессии. Помните, что сейчас вы переживаете кризисный период, который изменит всю вашу дальнейшую жизнь, и она зависит только от ваших действий. Напишите в комментариях, кто вы по знаку зодиака. Попали ли вы в эту тройку знаков зодиака, которые кардинально изменят свою жизнь уже в июне? И помните, что этот гороскоп – это всего лишь предсказание звезд. Большая часть характера зависит от самого человека и воспитания. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал, чтобы не пропустить новые интересные гороскопы. Вы были на канале Мартиника. До встречи в новых видео!